Fez, né? Uhum. Nossa. Бережу идет старик, я ему подошел и говорю, разбираетесь ли в этих монетах? Он говорит, да, разбираюсь. Это Елизавета, это Петр Первый. Ну, он говорит, давай присядем на скамеечку, я посмотрю их. Посмотрел. Вот тебе их много? Я говорю, да. Ну, я ему дал там штук 100, наверное. Запросил у него 200 тысяч. Он говорит, у меня есть 160. Я говорю, давай. Взял у него 160 тысяч. Ну, это типа пацанских монет. Привезли из города Москвы. Ребята ездили, я сказал, что завезли, они завезли. Ну, я знал, что это не настоящие, они под старину сделаны.